Здравствуйте, меня зовут Олег Белов. Меня пригласили протестировать вот это пианино модели W126 марки Wendel und Lung. Это бренд с историей, ему больше 100 лет. И в течение всего этого времени он был достаточно популярен в разных странах Европы, в театрах, в клубах и в частных домах. Именно эта модель, которая в высоту 126 сантиметров, она славится своей выносливостью к большим нагрузкам. То есть вы можете поставить его в своем клубе, либо в пиано-баре, либо просто на нем постоянно заниматься и учить какие-нибудь бронебойные вещи, учить на нем Рахманинова. Проверим, миф это или правда. Интенсивная нагрузка. Попробуем, съехал ли строй. Нет, строй держится. Давайте проверим, сможет ли этот пианино звучать тихо и проникновенно. Умеет. Если у него репетиция. Репетиция — это когда одна клавиша повторяется очень часто. С репетицией все в порядке. Есть. Хорошо ли это пианино для классической музыки? Порядок. А теперь давайте представим, что мы в джазовом клубе, например, да? Ну, например, поп типа Элтон Джон.
Представляете, это пианино стоит 420 тысяч, даже немножко меньше. И я считаю, что в этой ценовой категории лучшего не найдете.